Демонтировать зарядные станции до 18 января. Такие объявления массово расклеили в городе от лица мэрии. В документе отмечают, что зарядки установлены с нарушениями правил размещения элементов уличной торговли. Предписание получили даже отключенные и личные станции у подъездов жилых домов. Особенно меня поразил тот момент, когда я приехал к себе домой. У меня на территории кооператива, это земля кооператива, за которую мы платим аренду, как жители кооператива, совладельцы, стоит моя личная зарядная станция, которая подключена из моего окна с третьего этажа. Вот, то есть я сам себе создал условия, вот, и на моей зарядной станции висит предписание, что это торговая точка, она должна быть немедленно демонтирована. В мэрии заверяют, что они совсем не против электромобилей, а экология – наше все. Речь идет всего лишь о законности установки зарядных станций. В случае, если эта зарядка не коммерческая, то это не значит, что ее можно ставить где угодно и как угодно. В случае, если это ваша частная зарядка, вы вступаете в земельные отношения с горсоветом. Вы сначала получаете отвод земли, либо в аренду, либо выкупаете, и затем ставите на ней эту зарядку. Отныне предприниматели или простые горожане, которые захотят установить где-либо зарядную станцию, должны будут согласовать эту процедуру с профильным управлением мэрии. Владельцу достаточно обратиться в управление торговли горсовета и получить согласование от этой структуры и райадминистрации. Зарядные станции будут оплачиваться в городской бюджет по стандартному тарифу 105 гривен в месяц за квадратный метр плюс коэффициент в зависимости от места расположения станции. В случае, если станции установлены возле парковок коммерческих заведений, нужно согласовать это с патрульной полицией, чтобы их установка не нарушала правила дорожного движения. Активисты считают, что бюрократия значительно затормозит развитие рынка электромобилей в Одессе. Мало того, что нет возможности установить станцию, еще необходимо, сами понимаете, идти в кабинеты и собирать кучу-кучу разрешительных документов. То есть любой человек, который себе подумал, о, давай я поставлю зарядную станцию, когда начинает сталкиваться с этим моментом, у него отпадает любое желание. Установка зарядных станций, говорят эксперты, это скорее социальный проект, нежели коммерческий. Деньги, которые потрачены на них, в лучшем случае окупятся лет через 5. Их зачастую устанавливают возле торговых центров, кинотеатров. Театров и ресторанов. Это часть сервиса для привлечения клиентов. Нарина Щеглова, Юлия Пальнова, телеканал «Репортер».